Имени Серафим, без исления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним, Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, святителя Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоуста и всех святых, помилуйся, спасет нас, яко благо человека любец. Аминь. Спаси Господи. Так, какая у нас теперь? Ну, в трапезную заходим, да? Направо. Да, пойдемте. Какой большой дом. Так, отче, за стол. Так, это стул убрать можно? Да, наверное, убрать, а то здесь он не убрать. Так, заходите. Отец Сергий, иди, проходи. Туда обойди с той стороны. Это положите. Чего у меня есть там? Нет, там где-то я жал. Где-то? На стол там положите. Ну, заходите там в стол. Занимайтесь с этой стороны, садитесь. Про отца Николая Войтовича, как он был, его все, он 19 лет, это еще не 19 лет. Все, похоже. Так вы все взяли? 29 лет. Спасибо, Господи. Все, с Богом. Вообще, вы поймите, что мы вас любим, поэтому должны все сказать. Да, понял. Еще время есть, нам исправиться и никогда не отчаиваться. Спасибо, Господи. Ну. Это кто? Вот это какой Ванечка. Пришел, а? Иван Андреевич. Иван Андреевич. Крестник батюшка. Иван Андреевич. У нас председатель колхоза был Иван Андреевич. Вот, Владыка, смотрите, вот я в синоде с митрополитом Виталием. А это вот я в разных университетах вел занятия. А вон там в студии я 3 радиопрограммы вел. Одна была онлайн. Часовая. Часовая? Да. И отвечать на вопросы. Во всех отделах милиции, в городском краевом УВД я лет 15 вел. Во всех воинских частях, в 5 университетах, 13 школ. Вика, можно с нами? Фотографироваться. А где? Где? Как я с тобой? Слева. Кажется. Игнат Тихонович, без вас хотим сфотографироваться, а давай, потом вы отдельно. Уйдем, давай. Тань, мы хотим вкусно сфотографироваться. Только муж с женой. Потом с ним. Внимание. Отца я. Спасибо, еще раз. Отца я. Внимание. Все, вставай, Игнат. Вставай. О, теперь давайте сюда. Это. Давайте. Иди, отец, так. Садись. Ой, давай. Давайте. Батюшка с нашим. Давай. Володя, вставай. Давай, тебя нигде на фотографии. Смотри, какие надписи у нас при приходе в храм. Игнат Тихонович, мое лицо камеры закрыли. Ходили и благословали слово. Я вас шел. Вот так. Давай. А там домик тоже ваш? Я? Ну, а там живет Игнат Тихонович. Да, вы бы в мое жилище посетили вон там, зашли бы. Хоть один раз увидите, что я где бываю. Пойдемте, я рядышком. Володя, мы до дома дойдем с Владыкой. У меня голубятня здесь небольшая, а в деревне большая. Очень интересно.